Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В эту субботу, 21 января, в Самарском художественном музее День открытых дверей. Именно 21 января 1937 года музей впервые открыл свои двери. В честь 80-летия самарцев и гостей города приглашают бесплатно посетить экспозиции. С 11 утра и до 5 вечера нон-стопом будут проходить экскурсии на темы «Коллекционеры и меценаты». Старт экскурсий каждый час. Сбор желающих в фойе на первом этаже. Весь день также можно будет посетить тематические экскурсии по коллекциям музея. Русская иконопись и меднолитая пластика. Дом на Дворянской. Тайны музейной шкатулки. Русский авангард и искусство Востока. Все подробности ищите на официальном сайте художественного музея. Еще одно интересное событие состоится в субботу. В Самарской областной юношеской библиотеке открывается новое творческое объединение «Мост». Проект возник на основе трех творческих литературных группировок: «Зеленый абажур», «Стихийное бедствие» и «Культисты Красного Лиса». Литературные встречи для молодых авторов и слушателей будут проводиться в форматах вечеров, мастер-классов и лекций, акций и круглых столов. На открытии читают самарские авторы, поэзия и проза. Ну а далее свободное общение, обсуждение услышанного, чай, приятные беседы. 21 января. Областная юношеская библиотека. Начало в 15:00. Вход по читательскому билету или по паспорту. В Доме культуры «Чайка» открылась художественная выставка «Яблоки на снегу» Самарского отделения Творческого союза художников России. Натюрморты и пейзажи, портреты и графика, декоративное искусство, инсталляции, фотографии – все это можно будет посмотреть уже сейчас и до 8 февраля. Выставка работает с 10 до 20:00. Вход свободный. В рамках выставки также пройдут бесплатные мастер-классы и семинары. Например, в воскресенье всех желающих приглашают на мастер-класс «Декоративные венки». Начало в 15:00. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!